Сегодня происходит праздник волейбола в честь столетия отечественного волейбола. Решили провести в таком формате именно для любителей. Для любителей смешанной команды. И приглашенные гости — это у нас Юрий Бережко, олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне. Команда «Амурские тигрицы» попросил, чтобы подъехали, сфотографировались. А также приехали представители Всероссийской Федерации волейбола поздравить наш Хабаровск с праздником. Я по-настоящему счастлив оказаться именно на столетие волейбола, именно на Дальнем Востоке, потому что как раз-таки первые шаги я совершал здесь. Очень рад быть этими любителями волейбола, открывать этот турнир. Спасибо Хабаровску за теплый прием. У нас в регионе это вообще очень популярный вид спорта. И так, не буду говорить цифры сейчас, статистики, но это второй после футбола по численности занимающихся у нас волейбол. То есть очень много команд участвует в различных турнирах. Только в Хабаровске вот больше 60 команд есть любительского уровня. То есть если бы мы, говорю, позволяли площадки, мы можно было здесь не 16 пригласить команд, а намного больше. Развитие спорта вообще, в принципе, очень важно среди молодежи, детей и так далее. Это не только к волейболу относится, вообще ко всему спорту. Очень важно прививать. Солнышко, песочек. Витамин D, все прям хорошо. Ну, мне очень нравится, я люблю вообще вот эти все соревновательные моменты. И это выставляет какие-то дальнейшие цели для себя, то есть добиваться нового, выше, больше, дальше. В Дальнем Востоке, безусловно, необходимо развитие волейбола, потому что как минимум одна команда суперлиги, женская, мужская, должна присутствовать. И поэтому я думаю, что такие фестивали, такие мероприятия дадут толчок какому-то развитию волейбола, развитию спорта. Потому что я уверен, что популярность этого вида спорта, волейбола, на Дальнем Востоке будет колоссальная. Люди будут ходить, смотреть. Это уже было, и надо эту практику возобновить.